Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас наконец-таки видеоролик, в котором мы откроем контейнеры. Давно у нас не было видосов по лучшей в мире игре, и сегодня наконец-таки он у нас появляется. Сегодня у меня имеется 30 контейнеров, эти контейнеры я накопил с челленджа, плюс там какие-то заданы купали. Сегодня их откроем, посмотрим, что из них выбьем. Заодно посмотрим, что у меня здесь вообще с дронами, потому что я даже, честно говоря, в последнее время не заходил сюда и не смотрел, что у меня по дронам по прокачкам. Вот смотрю, что один дрон не качается, соответственно, его надо поставить, чтобы он прокачивался. Ну и цель наша остается прежней, друзья. Мне нужны кристаллы, у меня 600 тысяч кри. Как вы знаете, я сейчас прокачиваю все дроны. Как вы могли заметить, сейчас я по всем там пробежался, то, что там все качаются. Примерно там на половиночке, да, у меня где-то 6-8 дронов. И, соответственно, каждый шаг последующий я их качаю без ускорений, просто ставя на шаги, там будет уже стоить по 50-60 тысяч. Соответственно, кристаллов мне надо много, и 600к этого будет реально мало, поэтому надеемся на то, что сегодня мы выбьем как можно больше кри. Но если упадут какие-нибудь устройства, я, в принципе, останусь не против их. Поэтому долго сегодня задерживать не будем. Если вам нравятся видосы, если вы хотите, чтобы я выпускал их больше, хотя идеи, честно говоря, в моей голове на данный период времени по данной лучшей в мире игре особо много нет, то поддержите видос лайком. Возможно, напишите в комментарии, что бы вы хотели бы увидеть в ближайшее время. Ну, либо, если вам заходит именно открытие контейнеров, то поддержите этот видос. Наберется большое количество лайков, я пойму и буду пытаться записывать чаще открытие замечательных, интереснейших контейнеров. Все, больше я ничего говорить не буду. Приступаем к замечательному открытию. Тридцаточка по единичке, как всегда по дефолтику, начинает свое шествие. 3500 кристаллов, понятное дело, все понятно, все дефолтно. Только давайте, пожалуйста, только не 30 белых свечений. Вот если, ладно, уже 30 белых не будет. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы либо кристаллы падали, 5 голдов. Кстати, сколько у меня голдов? 132 голда, нифига себе, фермер-фармер. 132 тысячи, если скинуть себе. Но я, конечно, кидать голды-то себе не буду. 3,5 тысячи кристаллов. О, уже, получается, в сумме 7 тысяч кри форманули. 6, 7. Боже, что за контейнеры? Я в шоке. Если сейчас мне реально вот будет вот этот беляк один падать, ну это будет просто фейспалм и провал. Оп, десяточка. Вот это уже нормальные движения. От десяточки я не откажусь. 125 мин. Что вообще в последнее время, друзья, с контейнеров падает? Расскажите, возможно, мне вы, может, вам что-то годное дропало. Просто я уже с этими контейнерами устал бороться. У меня с ультракантов в сумме где-то с 25 контейнеров не упало ни одного нормального свечения. То есть там оп. Иммунитет от оглушения на титан. Это, наверное, то, что мне не надо, наверное. Ну, так, чисто для коллекции. У меня есть иммунитет от Эми, теперь иммунитет от оглушения. Ну ладно, пусть будет. В принципе, это же лучше, чем, например, 125 мин, правильно? Кто-то даже, возможно, этому устройству обрадуется. Мне, конечно, эти устройства сейчас уже ни к чему. Если это там не хорек какой-то. Да и, наверное, в принципе, уже все устройства, которые я хотел, я уже выбил. Там, за исключением, может, иммунитета от фреза на какой-нибудь корпус по типу там викинга. У меня вроде еще нету. Если бы он бы мне дропнул, я был бы, наверное, рад. Ну, в общем и целом, кристаллов мне не надропало. Абсолютно. То есть я там плюсанул где-то 40 кри. Но это очень мало. Это очень мало. Я хотел поднять хотя бы сегодня соточку, может, 150-очку кристаллов. Но вот если бы вместо вот этих вот батареек падали бы кри, я был бы очень рад. Но опять фиолет. Иммунитет от заморозки на диктатор. Нет, ну это уже что-то интересное. Да и, в принципе, второе устройство. Это тоже неплохо. Это тоже неплохо. У меня иммунитет есть от оглушения на дик. То есть это, по сути, второе устройство с иммунитетом на диктатор. Многие скажут, что я зажрался. И то, что это, типа, офигенно круто бомбически падает. Я ни с кем не спорю, но, как я уже сказал, я пришел за кристаллами. И, как всегда, за тем, чем я пришел, то мне не падает. А падают именно те самые замечательные нагибаторские устройства. А когда я прихожу за устройствами, то мне падает что? Правильно, кристаллы и всякая прочая дичь. Выбиваем два устройства. Это очень замечательно. Я бы, наверное, сказал так. Но, увы и ах, крисов мне упало около 50к. Сказать, что это много, я так не могу сказать.
потому что я не умею так жестко врать. Это мало. С тридцатки мне могло упасть 150-200 тысяч спокойно, да. Если бы, например, вместо того фиолетика какого-нибудь бы дропнула соточка, был бы я бы безумно этому рад. Но, к сожалению, она не дропнула. Имеем то, что имеем. Два устройства. Я, честно говоря, даже не знаю, что у меня. А, вот, например, на Викинга у меня нету иммунитета от заморозки. Вот если бы у меня на Викинг был бы иммунитет от заморозки, это было бы круто. На Хантер у меня довольно большое количество всяких устройств. То есть облегченные конструкции, иммунитет от Эмми, иммунитет от заморозки, иммунитет от поджога. То есть, при том, что я иммунитет от поджога выбил не с челленджа крайнего, а с именно контейнеров не упали, и потом, короче, вышел челлендж, в котором этот иммунитет от поджога в итоге можно было получить. Ну, немножко в этом плане, конечно, обидно. Я, наверное, больше особо там, как бы, говорить-то ничего не буду, задерживать тоже. В последнее время, как вы знаете, у нас проходит много всяких замечательных турниров, поэтому довольно мало времени у меня остается на стриминг, да, и желание, да, то есть, как бы, я жду от игры каких-то новых интересных движений, пока их в ответ я не получаю, соответственно, дополнительной какой-то сверхжесткой мотивации у меня играть нету. Но не забывайте обязательно, друзья, то, что стримы примерно в 9-10 часов вечера должны быть, поэтому залетайте, приходите, общаемся, играем, отлично проводим время. Ну и не забывайте про то, что сейчас у нас то в ДТ идет, всякие блицы идут. Поэтому следите за турнирами, кому это интересно. Мне тоже очень приятно, когда вы приходите, поддерживаете, смотрите, болеете. Поэтому как-то так. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Такое вот открытие у нас сегодня получилось. Как по мне, я выбил не то, что я хотел. Но в общем и целом, если бы открывал любой другой, наверное, таки игрок данные контейнеры, то с двух устройств, которые у нас затанкоены, по сути, да, он был бы рад этому, поэтому я разочаровываться по этому поводу, ну, просто не могу. И это открытие тоже у нас получилось довольно-таки успешно. Едем дальше. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.